Приветствую всех на моем канале Дачный Креатив. Меня зовут Елена. Сегодня покажу вам нашу жимолость. Такие у нас созрели ягодки. Крупные, необычной формы. У нас немного, 3 куста всего. Созрели, нужно собирать. Каждый раз, как собирать, так у нас дилемма, кто это будет делать. Я или муж. Чаще, конечно, достается мужу. Потому что у меня терпения на сбор ягод не хватает. Много в этом году ягод достаточно. И увидели мы по телевизору, как легче собирать ягоду жимолости. Те, кто разводит, выращивает жимолость на продажу, где много кустов, это собрать руками просто невозможно. При том, что надавится, когда ее собираешь, и осыпается. За одну ягоду дергаешь, 10 осыпается. Разложили укромный материал под кустами и будем теперь трясти. Посмотрим, что из этого получится. Маленький, пускай Аня обирает, она любит. Ну тут большие, но они крепкие. Вот не осыпают, значит они еще не дозрели. Ну да. Вообще много осталось. Ой, они все равно, Ген, сыпятся все равно хорошо. О, жаль, чтоб она побыла. Если бы мы собирали руками, мы бы собирали полдня ее. Тут.
Ну, не знаю, как собрали. Там еще на полу лежит, по-моему. Видишь? Угу. О, нападал, нападал, нападал. Сколько? И они половину на меня падают. Вот. Надо было пошире расстелить. А шире материальчика нет, извините меня. Собирай. Что? Вот, смотри. Ой, смотри, как много на траву на... Смотри. Много на траву насыпалось. Еще идеальный способ. А. Там сзади еще много. Ну, Аня любит, пускай идет, собирает. Она же за тобой ходила хвостиком. Когда услышала про жимолость. Да. О. О, обалдеть. Слушай, обалдеть. Это не как все-таки разные сорта. Одни посветлее, да. Другие потемнее. Да. И по размеру какие. Ну, здесь, здесь же три разных сорта. Три разных, да. Так я уже не помню, честно говоря, какие. Ой, она какая мягкая. Вот это. А ваши тихо-тихо даже... Я бы не сказала, что кислая. Угу. Кисло-сладкая. Ну, вот. Шигенка, ну полно остается. Посмотри, если еще по-хорошему, здесь еще столько же осталось. Да посмотри. Вот, пускай пьет, съедает. Знаешь, что творит, ну сколько? Да, вот так просто я срываю еще вниз. Ну, это надо по-хорошему еще 2 часа ее собирать. И столько же соберем. Но все равно основную массу меньше, мы собрали. Меньше. Потеряли меньше. Потому что когда ее будешь руками собирать, тащишь за нее. Да, и она 10 штук сыпется. Да, это во-первых, а во-вторых, она мнется, когда ее собираешь руками. Потому что, когда ты помнишь, все руки были синие, да. Потом не могли отмыть. Вообще идеальный способ, честно говоря. Я говорю, телевизор сказал. Мужик, угу. Который разводит жимы, там показал. Угу. Она говорит, сыпучая, да, ну. Мы где-то нашли способ. Ну, неизбежные потери всегда бывают. Все равно остаются, говорит, на кустах, которые. Анечка, здесь еще много осталось, не волнуйся. Ты вон собирай, кушай. Угу. Только это не дави. Сейчас, ладно. Младшая наша. Девушка из младших. Здесь не надо ходить. Заодно покажу смородину. Смородин очень много. Ягод. Много насыпалось на землю. Мимо, да. Ну, надо в следующий раз будет тогда приспосабливать чего-нибудь. Да, пошире как-то. Можно даже, знаешь, как степлером к забору пристегнуть, ну, там, да. С той стороны. А сам куст? Тогда она тоже. А сам куст-то объять надо? Ну, и подсунуть под куст с той стороны. Ну, как ты так? Анечка, я сейчас тебе дам мисочку, будешь собирать и кушать, хорошо? Угу. Нет, только помыть надо сначала. Нет, она сначала помоет, я поэтому сказала мисочку не в рот, чтобы она ела. Чтобы она сначала собрала, потом, по-моему, будет кушать. Что, смородину? Жимолость. Ты же любишь, сказала. Да, люблю. Ну вот, собирай мисочку, потом помоешь и скушаешь. Ну почему нельзя? Просто сразу. От куста? Ну, с куста лучше не надо, лучше все-таки помыть. Пыль. Животик не заболел. Ты что там? Катаешься на велосипеде? Да. Ну давай. А что так тепло оделась? Ты замерзла? Да. Мы собираем жимолость. Твою любимую с минусом. Старшая девочка у нас не ест никакие ягоды. Ну, ничего не ест. Возьми два конца. Анечка, помоги дедушке. Угу. Держи только крепко. Все, пускай. Так, сложно будет вот это принять. А зачем вы ее собираете? Ну, дедушка будет делать вино. Наливку. Да, дедушка? Да, или можешь просто поесть. Или, ну, поесть, соответственно, поесть кустик. Это сейчас соберешь, потому что на кустике тоже много осталось. Ну вот,
На самом деле, так, конечно, большую часть, смотри, большая часть все-таки осыпалась, вообще практически мало осталось. Нет, ну много, но по сравнению с тем, что было, конечно, основная часть осыпалась. Вообще-то бензин купили. Ты не заметила, мы на заправку заезжали. Она что, не замечает вообще? Она в гаджетах своих сидит и ничего не видит. Ну я, как она сказала, мне сегодня не хочу. Ну, я... Покатаешься сегодня на своем скутере. Не, сегодня... не будем кататься на сегодня? Сегодня нет. Его дед... еще ремонтировать надо. Да, дедушке надо его еще в порядок привести. Техосмотр, Настя. Какой техосмотр? Ну, там, грубо говоря. Там с этой... Ну, какие крупные ягоды остались. Ну, хорошо, они верхние. Надо их снять, потому что птицы склюют. Ну сейчас, Анечка. Анечка, тебе партийное задание. Нет, не будем. Нет. Сегодня нет. Дедушка должен его осмотреть как следует. Посмотреть, что там. У нас сегодня время уже сколько? Посмотри, 3 часа. Твои хочу, я не хочу. Как ты говоришь? А я собираю в эту мисочку, да? Вот. Да, можешь в эту мисочку собирать. Ну вот, снимаешь. Вы же ее потом помоете, очистите? Конечно, а как же? Да, значит, я тоже. Ты не, кстати, не участвуешь в этом деле. Вот твой куст. С 3 кустов. Это огурцы. Пойди с ними. Ты что, кому? Мры. Ну давай собирай, я тебя сниму. Собирай ягодки. Ничего, потом сразу будем мыть. Остатки. Ты только ее не дави, когда ты срываешь с кустика, чтобы она у тебя в руках не помялась. Если хочешь, возьми табуреточку. О, какая большая, обалдеть. Причем с тремя. Аня правильно, да? Анют, если хочешь, можешь взять табуреточку. Сесть и на табуреточке собирать. Нет, у нас табуреточку старшая заняла. А что ты устроилась? Нарочно? Нет. Она у нас в партере села наблюдать за процессом. Да, Анют? Да. Вот так, поднимай и видишь сразу рядом. А мы когда в магазин поедем, а деда? Попозже, чуть-чуть. Пойду-ка я взрежу камеру. Ты, кстати говоря, не хочешь в магазин поехать, одеть камеру? Я говорю, я... А, на велосипеде. Она сказала, хочет зарядить камеру. А жимолот отстирывается? Но с одеждой не очень-то отстирывается, так что лучше не пачкай же одежду. Аня, ну вот Зота как поросенок. Ну я не поросенок. А кто? Я ее не дави. Я же сказала, в ручках не дави. Я в ручках не дави. Сядь на табуреточку. Я была давитая жимолость, которая на полу, я на нее... А, коленкой наступила? Да. Понятно. Зеленый еще есть, я тоже видел, да, зеленый. Начала еще будет дозревать. Угу. 3 куста. Ну, этот за куст не считай. Ну да, это какой-то хилый почему-то. Но ягода там крупная, на удивление, да? Угу. Знаешь, мне кажется, Ген, его слива душит. Да? Да, слива рядом сидит и ему не дает. Ну, может быть. Ладно, хорошие мои труженики, полей и огородов собирайте. А то уже очень длинное видео получается. Аня, поставь лодку. Анечка, покажи, сколько собрали. Начало положено, а потом я сниму, сколько в результате у вас получится собрать. Ну вот, молодцы. Ну, сначала, потом будет уже...
большое количество. Опять наша помощница наблюдает за процессом. Покажу немножко дом. Пока мои труженики работают. Виноград у нас тут молодой еще. На беседке. До конца не вырос. Это дюрин желтый, аурео. Яблони, смородина, крыжовник. Дюрин только белый. Пересаженная в прошлом году сирень. Въездная зона. Все еще собирают. Конечно, собирать сложнее намного, чем трясти. Смородина у нас здесь полтора куста. Один сортовой, а другой просто осеялся в клумбе. Причем мы пересадили, но который осеявшийся, там мелкая ягода. Мы хотим его, наверное, убирать придется. Там собираем, конечно, ягод, но там мелкая ягода. А вот на этом, на большом, очень крупные ягоды. Опять наша красавица. Залезла с перею. Курносая наша. Мышей таскает у нас по 10 штук в день. Со всех прилегающих участков и из леса. Складывает под туи в клумбе, куда я не хожу. Клумба у нас замульчирована корой, да? Лиственницы. Там нужно покупать разные сорта, для того, чтобы она переопылялась. Да, она там дело не в однополом, а в том, что нужно разные сорта. Угу. Помнишь, мы сначала у нас были два одинаковых, они у нас не плодоносили. Да, а потом купили. Потом у нас это, который два одинаковых, что-то с ним случилось, и мы тогда покупали два еще в Тимирязевке других. Разных. Ну-ка, Анечка, покажи-ка мне. Вот пока вот так вот. Так. Ну, пока немного, да, ну. Ну, блин, это остатки, что-то, да тут еще красных полно. А мне же это уже. Да, она думала, что она их есть будет, она их есть не будет. Я думала, что она подходит по ним, походит. Нет, она у нас девочка умная, она у нас не топчет. Ни ягодки, ни цветочки. Она аккуратненько ходит. Чтобы спрятаться, где бы. Ой, я врезалась в яблоню. Это мое богатство. Это дедушка будет делать себе наливку. Тишка. Гришка. Смотри, она правда, она где, где, что бы мы ни делали, она везде с нами. Все. Ну все, потрудились, молодцы. Ведро, да, я тебя поцелую, моя девочка, моя помощница. Помощница моя. Ну вот, хорошо. Смотри. И теперь птицы не склюют нифига, а то вечно усядутся. Да, слушай, Генка, надо что-то с клубникой делать, надо ее закрывать от сорок. Сейчас пойду покажу клубнику нашу. Вот, сколько у нас темно. Вот, да. Еще они собрали, можно было, конечно, еще собрать, но нам хватит. Что, тебе мало, Мария? Нам, да, достаточно. Вот, трех кустов, с трех кустов, я считаю, что это очень даже ничего. И способ менее такой. И способ, ну вот сколько вы снимали? Ну, мы максимум здесь 20 да минут. Мы больше 15, ну, полчаса максимум. Куста больше добирали. Да. Вот если... А вот, если бы мы собирали... Да. Помнишь, я смородину собирала, Ген? Я 3 часа собирала на табуреточке. Я быстрее собрал, чем ты. Интересно, а если смородину так... Смородина так не будет стрясаться, да, Ген? А смородину собирать, это же смерти подобно. Вот это все собрать.
Это только дедушка. Ну ладно, я это доверю только дедушке. Я довольна, работу. Дедушку возьми, что ли. У меня терпения на эту работу не хватает. Я лучше пойду полоть траву. Вот, у нас получилось. Дотобрали ниточки. Есть еще, конечно, наверное, есть ягода. Есть еще, висят еще и синие, висят, и зеленые висят. И красненькие. Еще будет потом, они будут дозревать, будет собирать. Ну вот я показала живьем своим зрителям. Всем удачи, пока, подписывайтесь на мой канал. Буду показывать участок, буду показывать растения, буду делать обзоры по хостам. Сейчас еще пойду покажу вам клубнику свою, огород. В следующем видео выложу. Всем пока!